Я хочу, чтобы вы представили себя сподвижником пророка, алейхиссаляту вассалям. Поставь себя на место Вахши ибн Харба, убийцы родного дяди пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Ты тот, кто вызвал горе у посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, убив одного из его самых любимых людей. Однако ты по-прежнему имеешь надежду и шанс стать лучше, двигаться дальше. Аллах не испытал тебя этим для того, чтобы ты потом застыл на месте. Аллах не повелевает тебе после совершенного греха терять надежду на его милость и опускать руки. Пойми, что Всевышний Аллах – прощающий. Если ты страдаешь и переживаешь из-за того, что действительно произошло с тобой, то милосердный воздаст тебе благим за твои страдания и переживания. Вознаграждение от Аллаха непременно ждет тебя. Если тебе мучает сожаление о том, что ты где-то поступил неправильно, либо не сделал что-то, иногда бывает, что мы думаем, вот если бы тогда я поступил вот так, то все было бы по-другому, и занимаемся самобичеванием, так помни же о предопределении Всевышнем для каждого человека. Суть в том, чтобы ты от сожаления и тяжести своих грехов не потерял надежду в милости Всевышнего. Вместо этого пользуйся случаем и развивайся, размышляя о том, что предопределенное Всевышним непременно сбудется, и Всевышний Аллах по своей мудрости и щедрости уготовил тебе испытание и вознаграждение за него. Что касается беспокойства за будущее, людям свойственно волноваться и тревожиться о том, что их ждет в будущем. Но ведь Всевышний Аллах могущественный, и все подчиняется ему. Беспокоишься ты или нет, произойдет то, что пожелает Аллах. Тебе лишь остается быть терпеливым и переживать испытания угодным Всевышнему образом, уповая на него и воздавая хвалу за блага, которые он дал, и за испытания. Когда ангелы подходят к человеку, который находится при смерти, они говорят ему: «Не бойся того, что тебя ждет впереди, и не печалься о том, что осталось позади». Человек задается вопросами: «Что произойдет с моими детьми? Что произойдет с моей женой? Что произойдет со мной сейчас? Что меня ждет?» Но теперь с его стороны не может быть каких-либо действий, и остается лишь надеяться на милость Аллаха. Передает ат-Табари от Ибн Аббаса, да будет доволен им и его отцом Аллах. «Послал ко мне посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, Вахши ибн Харба, убийцу Хамзы, чтобы призвать его к исламу. И Вахши послал меня к нему, алейхиссаляту вассалям. О Мухаммад, как ты призываешь меня к исламу, если ты заявляешь, что тот, кто убил, совершал акты язычества и прелюбодеяния, получит наказание за это, и его наказание будет умножено в судный день, и его наказание будет вечным? Я делал все это. Есть ли какое-то послабление для меня? И Всевышний Аллах не спаслал». إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах прощающий и милосердный. И сказал Вахши: «О Мухаммад, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно, это трудное условие, я боюсь, что не справлюсь с этим». И тогда Всевышний Аллах не спаслал. الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Воистину Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищей, но прощает все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает. Кто же приобщается товарищей к Аллаху, тот измышляет великий грех. И потом сказал Вахши: «О Мухаммад, я не знаю, будет ли мне прощено или нет. Есть ли что-то еще, кроме этого?» И Всевышний Аллах не спаслал. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله
Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он прощающий, милосердный. И сказал Вахши: этого достаточно, и принял ислам. И спросили другие: о посланник Аллаха, нас тоже коснулось то, что коснулось Вахши? И он, саллиллаху алейхи вассалям, ответил: это касается всех верующих.